поймешь, потому... Добрый вечер, Казань! Добрый вечер, жители и гости столицы Татарстана! Решаем вас на жирный душман! Меня зовут Эльдар Никматуллин, за вертушками сегодня диджей Булат Валука. И мы приветствуем вас на новом 3D-матинг-шоу от авиакомпании «Аэрофлот» «Весна прилетела». Десятки проекторов, киловатты света и звука. Все для того, чтобы вы, наши дорогие зрители, вместе с нами порадовались приходу самого романтичного времени года – весны. Друзья, эти вашего воздушного судна просят занять вас свои места. На нашем борту можно петь, танцевать и веселиться. Сегодня совсем не обязательно пристегиваться. Ну а зажигать мы будем под аккомпанемент хора турецкого. Полетели, Казань, встречай весну! Поздравить всю Казань, весь Татарстан, всех своих родных, близких и друзей с приходом весны с помощью нашего волшебного иллюминатора. Он сегодня работает на Спасской башне Казанского Кремля, все снимается в прямом эфире, поэтому как только камера наводится на вас, машем друг другу, передаем приветы, в общем, делимся позитивом. Отличное настроение, все показывают нам большой палец, это значит, что все круто. Друзья, весна, конечно же, прилетела в Казань, тем не менее, на улице еще холодно, поэтому не стесняемся, выпиваем, подтанцовываем под аккомпанемент хора турецкого. Добрый вечер, девчонки, как настроение? Да-да, я обращаюсь к вам, мы сейчас показываем вас в прямом эфире на нашей башне. Помогите нам ручкой. Компания проводит специальный конкурс. Все, что нужно, чтобы поучаствовать в нем, это сделать крутое селфи на фоне нашего светового шоу, выложить эту фотографию в социальных сетях и набрать под ней наибольшее количество лайков. И, конечно же, главное условие проведения конкурса – это хэштеги. Нужно поставить два хэштега. Первый хэштег – «Аэрофлот весна» и второй хэштег – «Татарстан».